Всем добрый вечер! Сегодня будем готовить необычный салатик. Нам потребуются крабовые палочки. Именно палочки, не мясо. Я их порезала вот так. Шампиньоны порезанные. Репчатый лук. Соль, специи. Чеснок и зелень по вкусу. И майонез. Начинаем. Сначала обжариваем грибочки до золотистой корочки. Я их немного посолила своей любимой адыгейской солью. Немного черного перца молотого. Я кладу. Раздавила 2 зубчика чеснока. Грибы обжарила, выложила на салфеточку. Теперь обжариваем лук. Кубиками резать не надо. Я разрезала пополам головку лука и каждую половинку на 2. У меня очень большая головка лука. Вот. Совсем пережаривать не надо до черноты. Вот так позолотился и все, достаточно. Тоже выложить на салфетку, чтобы масло пропиталось. И гвоздь, так сказать, нашей программы. Это крабовые палочки. Почему именно палочки, вы сейчас поймете. Мы их обжариваем. И они распрямляются. Смотрите, как интересно раскручиваются. Огонь у меня не маленький. Что для грибов, что для лука, что для палочек. Чем тоньше режете, нарезаете палочки, чем тоньше полосочки. Ну вот, позолотились, такие чуть-чуть подсушились. Вот так я всегда делала. И достаточно. Чуть-чуть золотистая корочка, пересушивать не надо. Тоже на салфетку. Все сложили в одну мисочку. Заправляем майонезом. Все готово. Наивкуснейший салат. Карамелизированный лук, обжаренные грибы и такие вот чуть-чуть хрустящие крабовые палочки. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго.